5 слов, которые не даются даже такому опытному телеведущему, как Иван Ургант. Из-за них ваша речь будет звучать нелепо. Они обе певицы, они в фантастической физической форме. Угу. Обе прекрасно выглядят. И у обоих стильные, красивые и популярные мужья. Нет, не обоих. Со словами женского рода употребляется только форма обеих. Ты же по образованию, я правильно понимаю, ты актер? Да, правильно. Ну, что ты закончил? Алтайский государственный институт культуры. Так. Когда речь идет об образовании, можно говорить только о его окончании, но никак не использовать несуществующее слово. Поэтому сочетание «окончить школу» верное, а «закончить» — нет. А что мы нападаем на подростков? А кто из нас не баловался сам? Здесь Ургант прав во всем, кроме ударения. Правильный вариант «баловался», и никак иначе. Полиция заметила это, остановила автомобиль. Жизни мэра ничего не угрожает. Ну, прецедент как-то. Да. Никаких прецедентов не существует. Буква «Н» в середине слова лишняя. И звук тоже. Если хотите привести какую-то ситуацию в качестве примера, говорите «прецедент». Сколько ошибок насчитали у себя? Делитесь в комментариях.